И снова всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Амиго. И мы продолжаем с вами играть Dead by Daylight. Вышла новая 14 глава, если не ошибаюсь, 14, под названием «Проклятое наследие». В этой новой главе новый маньяк, новая карта и новые выжившие. Сегодня мы поиграем за них, за маньяка и за выжившую. Если мы попадем на новую карту, то я вам покажу ее. Если же нет, то видно не судьба. Вот он наш маньяк. Под названием Они. Первый раз, когда я прочитал это название, я думал Они. То есть их много, а это Они, оказывается. Это такой самурай у нас. И наша новая выжившая. Ее зовут Юи Кимура. Ну, что вам сказать? В принципе, прикольно, но на любителя. Не знаю, мне не особо понравилась новая выжившая. Вот маньяк, да, мне понравился. А за кого мы первым сыграем в сегодняшнем видео, я пока подумаю. А вам желаю приятного просмотра. Итак, первая игра у нас будет проходить на карте «Игра», мясокомбинат «Гидеон». И да, я решил все-таки сыграть за выжившую. Нэнси, Нэнси, я тебя видел, пошли за мной. Слушайте, а я беру свои слова назад. Да выжившая прикольная. То есть у нее так... Воу, Клодет, прячемся. Клодет. Пошли. Пошли. Спецназ. Берем. Нам нужно как можно быстрее завести этот генератор. Потому что мы здесь будем в ловушке. У нее нет хекс-руина. Такой интересный маньяк. Ребят, если вам слышно, как сзади меня сверлит дрель, я прошу прощения. Я ничего с этим не могу поделать. Хорошая реакция. Ой, давай быстрее, а. Тихо, 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 тихо. Какая внимательная зараза. Потеряла? Нет, не потеряла. Уходим. Потеряла? Окей, я не против. Так, нам нужно кого-то найти. Я не хочу бегать раненым. Где мой любимый сам? Давайте просто почистим. Хотя бы лишние очки еще. У меня челлендж спасти, ну как челлендж, здание в разрыве, снять чувака во время обратного отчета. Это довольно интересно, я не знаю, если мы выполним сегодня его, вот за эту игру, то будет вообще шикарно и красиво. Если же нет, то ладно, с кем не бывает. Я слышу, слышу, по причине. То ладно, с кем не бывает, спасибо. Я хочу испытать новый перк на то, что ты опрокинул дощечку, и типа ты ее можешь заново поднять. Очень бы интересно. Пока что... Я не буду сейчас намеренно сбрасывать доски, чтобы проверить это. Потому что это привлечет внимание маньяка. Может, кто-то со мной позаводит? Не? Давай. Кладет. Ой, я извиняюсь. Что вы стоите? У-у-у. Опа. Тур-тур-тур, меня здесь не было. Пошлите к нашему. Быстрее, быстрее, быстрее. Я надеюсь, он не успел сильно регрессировать. О, беги, беги. Блин, наполовину. Плохо. Пока что заводим. Надеюсь, успею завести. Так, ее сняли. Маньяк ко мне не идет. Это хорошо. Отвлекся. Все, минус тулбокс. И молодцы. Есть. Класс. Пойдем на корточках, чтобы нас не заметили.
Я надеюсь, в подвале еще никто сундук не открывал. Да. Неплохо. Мы возьмем себе новый предмет. Я надеюсь, что это будет... Давай, не знаю, фонарик, аптечка, аптечка. Аптечка бы сейчас очень пригодилась. Аптечка. Спасибо. На два прохила, получается, хватит аптечку, да? Потому что вроде как мне кажется, коричневый на один прохил, а золотая на два, зеленый на три. Или я уже путаю что-то. Так, неплохо. Где? Снизу, по-моему, будет, да? Вешать. Да, снизу. Пойду-ка я спасать. Тихо-тихо-тихо. Так, она за кем-то уже. Тихо. Ага, ее снимают. Ладно, мы пойдем заводить генераторы. Мы тут лишние. Там у них своя вечеринка. Нам сейчас главное во время, получается, обратного отчета снять выжившего. То есть сейчас мы, главное, заводим генераторы. Наша первостепенная задача. Так, Аннушка вон там ходит, мы ее видим. И она сейчас ее возьмет, и никто не пролечит, да? Блин, а может пойти пролечить? А может реально пойти пролечить? Или она сейчас всех ранит, да? Давайте я уже это заведу, ладно? Сейчас я подползу, подбегу. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, ладно, иду. И сейчас там полдня будут бегать. Да как здесь пройти? Беги. Вот видите? Ты за мной? Пошли. Давай пролечу, хорошо. Мне не сложно. Хотя, я думаю, логичнее было бы сперва сначала завести генератор. Хотя нет, мы бы спалили свое местоположение. Да. Да, не за что. Обращайся. И погнали за мной. Погнали, погнали за мной, за мной. Ну ладно, как хочешь. Тихо. Ой-ой-ой. Ой-ой. Бежим. Так. Почистим еще тотем. Я просто не хочу, чтобы это был наед. А все возможно в этой игре. Ой, слушайте, у нее какой крутой цветной крюк, а? О, смотрите, Новый год у нее, это цветок. Гнилой, да? Гнойный, гнойный, гнойный цветок. Ой, ты откуда? Здорово. Тихо, тихо. Офигеть, здравствуйте, вы откуда тут все? Я тут лишний, ребят. Проходил мимо. Не обращайте внимания. Сверху. Нам надо наверх. Да, там завод ген... Как здесь забраться? Бежим, бежим, бежим. Опять они все будут трое ранены сейчас. А где? Там? Да, тут заводит. Класс. Привет, Клодета. Нам нужно дозавести. Понимаю. Давай, заводим, заводим. Не останавливаемся пока что. Спокойно заводим. Так. Прекрасно. Все, погнали спасать.
Черт. Так, та побежала ту спасать, я к этой. Привет. Давай ты меня не видела. Так, я пошел Нэнси спасать. Опа. Так, мы нашли еще один генератор. Неплохо. Это хорошо. Тихо. Блин, дощечку. Можно было ее поднять. Да знаю я. Че ты мне? Сейчас пойду. Уходим. Ты че за мной идешь-то? Ты можешь кровавые следы не оставлять, пожалуйста? Да, и шифтуй мне еще. Тут чудо-женщина, ё-моё. Так, тебе лечится, я буду заводить пока. 20 FPS нашли. Меня сейчас тоже могут найти, да? Нет, смотри, не заметила. Ладно. Нам нужно заводить. Срочно нужно заводить. Потому что я хочу спасти выжившего во время обратного отсчета. Хочу выполнить задание. Если выполним, будет вообще шикардус. Если нет, то ладно. Я в следующий раз как-нибудь выполню сам. За кадром. Я надеюсь, другие челики тоже что-то делают. Где? Там? Блин. А я не успею один завести. Нифига подобного, я даже не успею. Плохо, зато они пролечились. Молодцы. Это радует. Так, вот там две дощечки есть. Тут нет дощечек, это я знаю. Пора ливать. О-о, уходим. Челик, тебя спасут? Скажи мне, пожалуйста, тебя спасут? Блин, челик или генератор? Челик или генератор? Челик. Братан, держись. Братан, братан. Братан, 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 братан. Живи. Нам нужен тот генератор. Тихо. А где-то здесь. Побила мой генератор. Так. Бежим. Да ладно тебе. Как? Объясните хит. Ну-ка, поясни за хит. Нет, не успею. Ой. Я дальше пойду. Извини, сестренка, нам не по пути. Ребята, заведите тот генератор, пожалуйста. Он один остался. Кто-нибудь. Пожалуйста. Ну, ребят. Там чуть-чуть осталось совершенно. Так, нет, не хватит только на одно лечение. К моему большому сожалению. Прекрасно. Нужно срочно идти к нему. Блин, надо быстрее, 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 быстрее. Налево, направо. Тихо. Есть. Класс. Шикарно. Она за мной идет? Открывай.
Тихо. Блин, а эта Клодет умрет, да? Если не умрет, то шик. Открывай, не ссы. Открывай, я тебя не буду лечить пока. Лежи. Да открой ты ворота. Да ладно тебе, серьезно? Ну ты чего? Тыкни. Давай, открывай. Я не буду тебя лечить сейчас, подожди. Подожди. На, капец. Я тебе говорил, не надо лечить лучше. Во, вот это мне и нужно. Тихо, спокойно. Да дайте ей повесить, пожалуйста. Ну дайте, ну ты чё? Повесит. А, я сниму. Ладно, я не сниму, хорошо, уходим. Блин, я не выполнил. Воу, опасно. В меня попало бы. Но нет, я увернулся. Ладно, но мы сбежали. И это радует. Конечно, жалко, я челлендж не выполнил. Печалька. Так хотелось бы. Кто у нас? Бентос. Бентос, GG. И почему я не хочу? Понимаете, у меня 9-й ранг, я не хочу играть с высокими рангами. Хотя меня закидывают на вот на 14. Я хочу быть сам 14 или 15 рангом. Итак, настало время поиграть за нового маньяка. За Они. И карта очень невезучая, лечебный зал. Да. На нем перки я взял те, которые мне понравились. Я не старался. Здравствуй. Как ты мне подфартил. Да ладно. Серьезно, вот ты знал? А я вот не знал. Знал, что прыгнет в окно. Так, теперь пошли туда. Пойду через эту. Конечно, там крови сейчас. Ох, почти на ярость накопил. Круто. Шикарно. Он здесь бегает еще. А я думал, перелезет. Ох, пацаны, вы столько здесь шариков мне оставляли. Спасибо вам, конечно. Ладно. А мне он выбора не оставляет. Да, в смысле, а это что? Не понял. А чё это? У него же часов нету. Извините, если за окном орёт скорая. Я дико извиняюсь. Вот я сейчас... Я сейчас... Так, смотрите. Я его сейчас вешаю и активирую ярость. Потому что если я активировал бы сейчас ярость... И взял бы его, то она выключилась бы. А я этого не хочу. Так, смотрим. Здесь никого нет. Кого ты мне показываешь? Активируем. Так, мне нравится на нем удар демона. Рывок демона, конечно, это круто, но не то, что я бы хотел. Ну, кто со мной хочет поговорить? Здесь кто-то есть смелый такой, а? Отлично, ударил ничем. Я не знаю, как мне ехать. Давайте. Да. Вот это я попал. Правда, я не знаю, как это вообще могло... Блин, я потратил. Опа, справа видел. Иди ко мне, мой сладенький. Бросишь? А, клады это. Здравствуй. О, да, я обожаю эти хиты через окна. Спасибо. Ну, мы с тобой надолго, да? Жалко, я окна не блокирую. Так, ну, в принципе, не то, что ситуация прям плачевная. А, тут я думал, тут дощечка, зато мы использовали ее орех. Класс. Да ладно, два окна, двойное окно. Серьезно? А тут еще кто-то? Тут дедуля, я слышал.
На тебя мне пофиг пока что, подожди. Серьезно? Ну вот иди сюда теперь. Я тебя предупреждал. Давай пока поедем, пока она есть у нас. Ну а что, собственно говоря, делать? Ой. Ладно, все, давайте. Кто тут у нас? Кыс-кыс-кыс. Ах, не попал по ней, ладно. Ай, вот на тебя не хватит мне сейчас. Жаль. Где сбегаешь? Да ладно. Ну, тетуля, ну ты... Это... Не валяй, дурака. Прекрасно. Я не гарантирую, что мы выиграем. Кстати, мы еще... Серьезно? Вот ты настолько... Смелая? Не, конечно, это круто, молодец. Но нельзя быть настолько смелой. Зато мы знаем, где каждый из них находится сейчас. Да ладно тебе. Я думал, попаду. Так, а что если я... Тебе скажу вот так вот. Потом я тебе скажу, не надо чинить генератор. Вот и моя ярость. И чертик я как раз заюзаю сейчас. Там Клодетта. Клодет. А, Клодет? Вот скажи, оно тебе нужно? Клодет, где ты? А, это ты... блин, не попал. Повезло, и ладно. От этого генератора пока что нельзя отходить. Они знают о нем. Так, где больше никого нет? Ну, поехали. Слушайте, это очень круто. О-о-о, здравствуй. Ты сам попал. Ты мог отойти прекрасно. Блин, зачем я его взял? Шик. И здесь где-то... О-о-о. Прекрасно. Вот эти шарики, они... Просто они так дико выручают. О-о-о. Ну, погнали. Это очень жесткое перемещение по карте. О, да, здравствуй. Как твои дела? Блин, зачем я... А хотя нет, я напротив. Хорошо, что я его взял. Потому что я сохранил половину от моего... От моей способности. А мне сейчас подсветит выживших? Да, вон там одна. Она бежит. Я ее знаю, где она сейчас. Она спасет его до того, как я приду туда. Смотри. Я сейчас буду подходить, и она уже снимает его. Или она умная и знает то, что я ее видел. Или же она чересчур умная. Серьезно? Там окно, да? Стой, 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 тихо, 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 тихо. Ты не нервничай, главное. Давайте актируем, пока есть раз. Раз есть, то погнали. Как я на него наткнулся, я вообще не понимаю. Я шел не за ним. Ух ты! Нет. Это она слеп... Нет, это осколок. Вот ты сейчас... Ты уверена? В своем действии, Клодетта.
кладет. Тут подвал. Ух! У нее орешек, Дедхарт. Давай, хоба. Класс. Неплохо. В принципе, not bad. Однако мы выигрываем еще. Что самое интересное. Здесь кто-то был? Ой, окрыл дальше, чем я думал. Я думал, он ближе. О-о-о, вот это ты попала. Эйс, ты знаешь то, что я тебя видел? Стоять. Кто тут где у нас? Ладно, тут пока никого нету. Погнали. Воу. Непредсказуемый финал. Кто бы мог подумать, что я наткнусь именно на нее. И что она еще не умрет. Так, вот тут я знаю. Много шариков. Ты здесь? Хотя это было бы глупо. Если честно. Так, тут, по-моему, еще шарики где-то, да? О, да. Тут дедуля нам оставлял шариков. О! Да ладно, шарика не хватит. А, нет, хватит. Активируем ярость. И готовимся к взлету. Есть тут? Нету? Ладно, погнали дальше. Его тут нету? Интересное кино. Это он был? Да, это он, серьезно? Я даже не ожидал тебя здесь встретить. Дружище, стой. Ох, какой жесткий маньяк, если честно. Но на нем очень круто в повороты входить. Мне прям дико это нравится. Это не то, что Бири. Не, Бири тоже хороший, вообще не спорю, но вот на нем прям класс. Давайте поищем люк, пособираем шарики. Вот еще шарики. Вот шарики. Ну. Вот шарики. Прекрасно. Кстати, очки неплохо на нем фармить, если честно. Оба. Я вижу еще, но я не успею. Да. Хотя у меня и так максимум в этой категории, так что это неплохо. Слушайте, у меня были две очень неплохих игры. То есть мы выиграли из Амана. И сбежали до выжившего. Шестеренки, good work, Рик. Рик, это... А, это не ко мне, так к Черику обращаются. Хм-хм. Это, видимо, то, что он его кинул. Кто его знает? Did you got peep wiggling? Что-то там на вигл, типа на вырываться? Или на что? Я так и не понял. Ну ладно. Это уже совсем другая история. А на данной минуте, на данной нотке, я хочу вам сказать всем огромное спасибо за просмотр. Ты тоже досмотрел ролик до конца. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. И ждите следующих роликов по Dead by Daylight. Всем удачи, всем пока.